Всем привет! На GTA Online. На очередную гоночку. Так. Гон желтый, зеленый. Тонар зеленый. Зеленый сделаем. Подтвердить. Так, ставочку. 10 тысяч. А бронежилет купим, так что у нас включено оружие. У нас включено оружие и у нас включены копы. Так, ну я готов. Чувак, ты готов? Побед 121. Поражение. Сколько у тебя? Поражение 141. Модно одеться, уж какого-то уровня-то. А, сейчас замыкаем, какого уровня? 15 секунд. Чувак, давай уже нажимай готовый, поехали. Отлично. Мы на мотиках. Ну и что? А, я, наверное, не поеду первый, потому что не хочется как-то пулю попасть в спину. Так, давай на месте газанем. Стартанем. Это что у тебя? Шлем такой темный, ничего себе. Поехали, поехали, давай, давай. Давай, давай, ты первый. Давай, ты первый. Не хочет. Слушай, слушай, не хочет, да? Иди, идите к черту. Давай уже поехали. Оружие, оружие доступно. У нас доступно оружие. А, погнали, погнали. Убит. Я его убил. Погнали, ребята. Вперед. Слушай, смотри, какой умный оказался. Так, какого уровня? А, смотри, какой. А, у нас 105 уровня. А я аж... 51. Я 51. Ну хорошо. Погнали, погнали. У нас 10 кругов. Он где, позади меня, что ли? А, неконтактная мина. Где моя мина? Тихо, тихо, тихо. Влево, вправо, влево, вправо. Что это такое? Так, бросим, наверное, тут минку. Бросим тут минку. Ага, надеюсь, он взорвется. И, наверное, на повороте нужно. Хорошая идея на повороте бросить. Чувак, ты где? Чувак, ты какого черта в здании где-то? Взял здоровье, здоровье взял. Вот тут мина будет. Шикарно будет просто мина. Вот реально он подорвется. Слушай, ну он стоит на месте. Блин, ну что такое, ребята? Ну, ты куда поехал? Он вроде поехал. Какой, какой... Я злюсь. Я злюсь, потому что... Что ты не... Он поехал только что. Куда ты прешь? Что это было? Он что, издевается? Он ждал меня специально, что ли? И поехал вперед. Блин, ну я... Ах, черт, слушай... Ты меня разозлил. Ты что там устроил-то? Что за беспредел? Погнали, 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 скорее, скорее. Блин, с кем я играю? Ребята, вы вообще адекватные? Есть адекватные в GTA Online? Я не понимаю, что такое. Вы взяли ракету, и сейчас его ракетами будем жарить его. Суслик, ты где у нас? Он на месте стоит. Блин, на месте стоит, он ждет мины. Он ждет реально... Эх ты козю. Извините, извините. Он убит. Он убит, наш герой убитый. У нас копы. О, сколько копов. Привет, копы. Дверь закрой. Дверь. Кто, кто, кто? Каким, каким макаром он меня шпинговал? Бабах, он живой остался. Блин, он живой остался. Ну что, что? Ну-ка лежать. Валяется. Там на повороте у нас должна быть мина. Как раз по его душу. Кстати, да, и по его душу. Взорвал же? Я не слышал взрыва. Черт, я уже столько мин потратил и не слышал взрыва. Мы только на Курка погнали. Но только на Курка погнали. И он, походу, решился все-таки поехать. Там тоже должна быть мина была быть. Как он проехал все мины-то. Они, может быть, исчезают, когда меня убивают? Я не знаю. Вот тут мина должна быть. Две штуки были. Вот он едет. Наш голубчик, вот он. Привет, голубчик. Поехали. Ах, мимо. Так, 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 первая позиция моя. У меня ускорение было. Мне надо было ускорение сделать. Ну хорошо, мы сейчас сделаем ускорение. Где-нибудь по прямой. А, будем догонять его. Будем догонять его. Его уже копы догоняют. Но целую группу меня не сделает, конечно. О-о-о, тихо-тихо, тут такое место. Ужасное место. Кто-то еще влез куда-то. А, наш чувак вон, вон прям на углу. А он застрял, что ли? Он что ли застрял там или ждет меня? Он походу же... А куда он исчезлся? Куда он делся-то? Я не вижу его на карте. А вот теперь увидел. Да, теперь хорошо увидел его. Давай, появляемся. Ну, мин-то недостаточно много. 5 штучек всего лишь. У меня, кажется, все, кончились мины мои. Ускоряемся. Нет, не могу ускоряться. Теперь ускоряемся. Тихо-тихо, не так быстро, а не, так, не на таком повороте. Какого черта он меня ждет? Он в гонке не участвует. Он просто ждет и все. Вот он позади меня. Он меня нашпинговал. Хорошо нашпинговал, в принципе, неплохо. Поехали, мне нужно бронебойник, я пить на этом месте. Блин.
Бронебойные, скорее бронебойные. Я не вижу дорогу, потому что я смотрю на... Блин, вот он, вот он, вот он. Очень рядом, бронебойный включен. Ракета есть у меня. Куда? Иди сюда, иди сюда. Сейчас мы догоним, обязательно догоним его. Если он опять не зашкирится где-нибудь. У меня ракеты есть стоят. А, куда? Ничего себе, как сдох. Блин, походу не контактная мина была. Как он издевается над нами, опять УЗИ. Ну какого черта опять УЗИ-то? Нафиг нет УЗИ. Давай, давай, сраный забор. Сколько копов-то? А у меня ракеты стоят. Давай пустим ракета, вперед. Да какого черта идет отсюда, блин, заборы. Сраный забор. Так, насколько у нас? На минуту. Мы на минуту впереди его. Это очень хорошо. Я надеюсь, мин больше не будет у тебя, чувак. Что, взрывы какие-то? Какие-то взрывы? Слушай, как он далеко уехал вперед-то, а? Сейчас мы ускорение возьмем. А, ускорение мы возьмем, наверное, по прямой. О-о-о-о, тихо, мы ускорение, наверное, тут возьмем. Вот тут ускорение возьмем. Ускоряемся. А, какого там у меня с глушителем какой-то? Бронебойный. Там, походу, еще были рак... Были мины еще. Были мины. Да, блин, это... эти оружия, я их продам нафиг. Они мне не нужны, реально. Какие-то еще машины ездят. Как он далеко уехал? Так, у меня ракеты. Ракеты не нафиг, выкинем их. Мне нужно на ту сторону, прям вон туда ракеты пускать. Перелет. Перелет. Держи, чувак, пуль. Пару штучек. Не знаю, по колесам попасть. И без колес, конечно, он далеко не уедет. Пытаемся догнать. О, что взрывается. Слушай, он походу С4. Он походу С4 взрывает. Нет, я хочу его все-таки обогнать еще один круг. Я хочу еще один круг обогнать его, чтобы поставить его на место. Да какого черта вы тут гоняете по трассе прямо, ребята? Где он? Где он? Я не вижу его. Теперь вижу. Теперь вижу. О, очень хорошо вижу. Ох, респанулся что ли? Он респанулся. Блин, он респанулся прямо позади меня. Какой хитрый-то, а? Нужно выпускать ракеты и, наверное... Все-таки хитрый, хитрый он. Я тоже хитрый, я тоже хитрый, я поехал по дороге. Нормально, нормально, нормально. Позади, прям реально позади меня. У нас тут стычка. А, я тормознул, в меня вписался. Давай, появляемся. Родной, быстрее, появляемся. Бронебой, нормально было, все бронебойное. Тихо, я засмотрелся вперед. Вот понимаете, гонка, вот эту гонку понимаю. Ну, правда, один чувак, это очень жалко, конечно, что один, долго слишком ждал я игроков, вообще повыходил половина. Бояться гонки такой, не понимаю, что тут бояться-то? Весело же, весело, ох, взрывается, что, походу, С4 взрывает. Так, тихо, главное не переехать, у нас есть ракеты, он впереди у нас. Хорошая позиция, вот это очень плохая позиция, иди отсюда нафиг, иди отсюда. Мне нужно догонять его. Так, в догонку. Возле бочки, кстати, очень опасно. Где он будет? Давайте, наверное, пустим ракеты в него. О, что это было? Чуть-чуть не вылетел. Так, все нормально. Тихо, что там? Сейчас возьмем ускорение. Ускорение он не взял. Только на одно колесо. На одно колесо. Вперед. Так, копы, ну только не тут копы. О, ускоряемся. А, тихо. Слушай, он реально что-то взрывает. Сколько у тебя там С4-то этих? Мы практически догоняем. Тут слишком много копов. В этом отрезке... Тихо. Блин, сколько вас тут собралось-то? Слушай, он хорошо едет. Да, он хорошо едет. И где-то он спереди у нас еще. У нас есть ракеты. Кстати, где он? А где он? Куда он делся-то? Ракетами! Он сзади нас. Он погиб, мы тоже появляемся. Вот он наш голубчик. Сразу нашпинговали его. Как он к ногами кверху болтался еще. Мы обогнали еще на один круг его. Это замечательно. У нас 52 секунды. А была минута вроде. Ну что, поехали. Мы едем вперед. Пока вперед едем. Назад мы еще не хотим ехать. Реально он позади нас. Очень близко позади. А сколько кругов осталось-то? Дамы и господа, сколько у нас кругов осталось-то? Где круги? А вот, контрольная точка, 9 кругов из 10, все, я уже практически выиграл. Слушай, он прям позади меня.
Газуем, газуем, газуем. Другу на одно колесо встанем. Ох, как прилетел там. Блин. Ну-ка, возьмем бомбы-липучки. Хочу все-таки бомбы-липучки попробовать. Иди отсюда. Иди отсюда. Нет, взорвал. Я его взорвал. Да, я его взорвал. Блин, он, наверное, матерится. Прости, чувак. Не твой день. Так, сколько поездов-то, а? Сколько катаюсь уже? 3 или 4 поезда видел. Тихо-тихо, и у нас последний круг. У нас есть ракеты. Хорошо, эти ракеты не убивают меня, когда их пускаю я. Так, быстрый резкий поворот. Еще есть бомба или пучка. Кстати, вот-вот, сейчас мы тут с ним пересекемся. Не знаю, на такой скорости, конечно, вряд ли что-то можно сделать будет. А можно заминировать это место. Это место можно заминировать. Реально можно заминировать. Это можно жестко заминировать. Это можно... Что сейчас будет? Что сейчас будет же? О! Как подлетел мотик-то! Да, его толстая задница, видимо... О, тихо, тихо. Кто там гасит уже? Там кто-то гасит уже. Это копы, что ли? Мы упали. Мы убились. А покончил... Это меня убил, что ли? Он меня, походу, убил. Ребята, каким образом меня убил? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бомба липучка. У меня колеса нет, колеса! Черт, слушай, он мне еще мстит. Смотри, моя еще гонка не закончена. Моя еще гонка не закончена. Моя еще гонка не закончена. Иди сюда. Иди сюда. Блин. Хорошо. Сейчас мы доедем последний наш круг. А его кругов я не знаю, сколько у него. У него, по идее, где-то еще 2 круга. Ну что, как к нему доедем? Последний круг-то. Все, мы его больше не увидим. Все, чувак, ты давай, проезжай. А мы проехали, все. Да, финиш уже вижу. Финиш просто на скоростях. Ух, проскочили. Походу машину даже сбили. Так, сколько у него кругов? Ну, у него не будет показано, сколько кругов у него. Позиция вторая, только вижу конец гонки 20 секунд. Да, у меня 20 секунд, чтобы закончить гонку. О, это было больно. Шлем, конечно, прикольный у него. Гонка закончена, он не проехал так. Так, сколько нам денег дадут за это? За это безумие нам дали 11 тысяч. Нормально опыта дали. Уже скоро 52 уровень. Замечательно. Так, наша ставочка выиграла, не выиграла. Так, ради интереса. Нет, ставка у нас совершенно не выиграна. Палец вверх. И что можно еще придумать-то? Гонка, гонка, побег. Что за побег? Хорошо, включим еще какую-нибудь гоночку. Мы на очередной гоночке. Итак, только один чувак подключился. Время вышло. И все. Так, какой мы выберем байк? Ну-ка. О, какое ускорение-то. Какое у него ускорение. Слушай, слушай. Так, я не знаю, какой байк выбрать-то. Какой выбрать-то байк? Блин, блин, какой выбрать нужно? 8 секунд остается. Хорошо, давай вот этот. Хорошо, давай, давай, давай продолжим, я хочу ставочку сделать еще. А, у меня еще 20 секунд будет. Давай, сделаем ставочку. Бронежилет у меня есть. Купить. Ага, фишка. Да нет, ну какой фишки мне. Я готов, чувак готов. Так, оружие, конечно, доступно. И, кажется, включено еще уровень розыска. То есть, знаем, будет гнаться... Ох, у тебя ускорение, что ли? Хорошее. Ну-ка, сейчас стартанем. Мы реально сейчас... Давай, чувак, стартанем под черного. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Давай. Первый круг пошел. Так, где оружие? Я хочу оружие. Ну хорошо, без оружия будет у нас. Вот, наше оружие. Наше оружие, это наше... Чувак, ты взял мою... Блин, по колесам тебе. Куда, куда ехать-то я? Блин, в песок. Как ты остался на ногах? Я не понимаю. Я не знаю, может поиспользовать оружие? Хотя... О, ускорение тут. Ну-ка-ну-ка-ну-ка, ускорение. Супер ускорение. Тихо-тихо-тихо, мы сбавим ход, я не хочу как-то быть по колесам, и все, на повороте уже, о-о-о-о, как его коноебит-то, как его влево-вправо-влево, он подчинился, что ли? На тебе, чиню, как он умер-то, слушай, знамя погоня, потому что мы на военной базе, а взорвался... Что, он не вышел? Нет, нормально. Не обиделся, ничего. А то слишком часто обижается, я уже заметил. Слушай, а где он? Ах, вон где. Ну, блин, как-то далековато, я скажу.
Тихо. Мне что, с военными, что ли, догонял? Блин, ну реально, далеко. О, успел взять, выпустить ракеты. Или к черту отсюда. А можно использовать мины. Давайте используем мины, наверное. Мина есть? Его, да, 5 штучки есть. Все хорошо. Сейчас мы найдем место хорошее, где при повороте стопудово он притормозит и взорвется. Так, мины нужны. Так. О, уже копы. Откуда тут копы? Первый раз вижу копов здесь. А как же мину бросить так, чтобы он реально наехал на нее? Так, тут ракеты. Ракета у меня есть? Ух, бабах. Тихо, куда прешь-то? Давайте вот тут, наверное, бросим. Тут вроде поворот будет у нас. Ну, навряд ли, конечно, он промчится на такой скорости и не аризон будет. Что взорвется? Слушайте, он позади нас. Он реально позади нас и догоняет нас, что ли? Да не может такого быть. Не может такого быть. Он реально позади нас. Ну что ж, прибавим скорости. Нужно гонку выиграть все-таки. О, слушай, у меня жизни мало. Давайте тут еще бросим мину. Ох, тихо. Может пригнуться, тогда он ускоряется быстрее. Бросили парочку мин и достаточно. Так, тихо, спокойно. Как можно восстановить жизнь? О, куда прешь-то? Я сейчас сдохну, чувствую. Я сейчас реально сдохну. Блин, а можно восстановиться? МК не работает. Игрок погиб, и его отбросило далеко назад. Потому что я еду пока что еще живой. Кое-как жизни накопились. Так, выкинем нафиг эти ракеты. Ускорение только одно на карте. Где он? А где он, ребята? А, позади меня. Где ему еще быть-то? Не спереди же. Я все жду, пока спереди он появится. Все-таки еду. Сколько еду-то, его нет. Тихо. О, что это за взрывы-то? Ракета, что ли? Это, походу, его на ракеты. А, слушай, я могу назад пускать? О, а нет. А как? О, блин, вот это да. Пустил ракетки. Давай, восстановимся скорее. Так, где он? О, он прямо позади меня. Пропустим его, потому что я не знаю. Я не хочу быть свинцом напичканным. Так, попали мы в колеса? Ему нет? Попали в колеса? Я не понял. Попали, не попали. А он вырывается вперед у нас. Да, он вырывается вперед. Ох, да, вот это было эпично, конечно, заранее. Так, поворот. И мы уже первые. Мы опять первые. Я взял точку? Он взял. Слава богу, взял точку. А то как-то резко повернул. Куда ты прешь? Прямо на меня прет. Так, нужно пригнуться, наверное. Пригнемся. А, он далеко позади меня. Он только в начале трассы практически. Чуть-чуть позади. Так, а как пускать ракеты назад? А? Блин, а нужна мне еще тренировка. Мне нужна тренировка. Может, куда целюсь? Тогда он пускает. Хорошо. А, сейчас попробую целиться назад и выпустить ракеты. Так, ну-ка, пригнемся. Давай. Да какого чертова скорость? Столько много. Ну-ка, прицеливаемся и... Ракета. Нет, ракета. Нет, все-таки вперед они выпускаются. Ну, хорошо. А может, смотреть назад надо? Как? Вот, да, назад смотрим. Ну-ка, раз, турбо тут у нас. А где наш чувак-то? Слушай, он догоняет меня. Он меня реально догоняет. О-о-о-о, меня кто-то гасит. Так, ракеты вот взял. Смотрим назад. Нет, иду поворот. Чуть позже. Так, давайте тут попробуем. Давайте тут и ракета. Где ракета? Я не видел ракет. Только спереди ракета. Да черт. Сколько вас тут, а? О, там какие-то взрывы. Что там за взрывы? Да куда ты едешь? Взяли точку. Кое-как взял точку. Тормозим. Я не хочу быть расстрелянным. Пошел ракета. Ах, мимо. Мимо в него. Фу. Хорошо, мы не убиты. А, вырвался вперед, что ли? А, да, вырвался вперед, написали. Вырывается вперед наш чувак. Хорошо, вырывается вперед. Мы турбо. А сколько кругов остается-то? Ох ты, блин. О, это было очень больно. Я видел, как твой мотик подлетал. О, мне, походу, вертушка гасит. Ну-ка, возьмем починиться. Вдруг наш мотик повредился. У чувака другой мотик. У него байк. У него ускорение хорошее, кстати. Блин, почему мне постоянно на машинах не идет? Круг 8. Ох, последний круг остается. Все. Никакой пощады, нужно только ускорение и все. Хватит уже над ним. О, тихо. Что там за взрыв такое? Прямо на меня едет. Так, у нас бронебойный включен. На всякий случай. Все, финиш практически. Практически финиш. Он едет еще ускорение. Да. Уже меня никто ничто не остановит.
Блин, полная жизни, нормально все. О-о-о, тихо. Вон финиш, уже вижу. Да, финиш мой. Ну, да, он совсем рядом находится. Давай, до финиша. Финиш. Где он? Я не видел его. Где он, чё? Да, он только что финишировал. Все замечательно. 6 минут ехали. Так, сколько дадут за это тяжкое? 8 тысяч. 8 штук, да. О, 52 уровень. Замечательно. Победа моя. Так, ставки нет. Да, ставки нет. Палец вверх. Угу. Так, ну посмотрим, что там еще. Так, что ж тут? Тропы. Слушай, в гармонии. Слушай, давай в гармонии. Реально. Давай в гармонии я тоже включу. Так, мы включили. Так, тот же чувак с нами. О, какие машинки-то. Да это, походу, гонка будет... Это бронебойная же. Это реально бронебойная. Нет, ну слушай, на нее скорость, ускорение. Это вездеходы. О, можно мотик выбрать, в принципе. Можно выбрать мотик, но это будет... Слушай, ну давай мотик выберем, в принципе. Давай посмотрим на... Что ты выберешь среди такого комплекта. Так, 10 тысяч ставим. Брони... Так, сверхтяжелый купить. Я готов. Все, да, он тоже готов. Все готовы. Я на мотике. Что-то не вижу машины. Да на машине нет. У нас включено оружие. Он на машине. Слушай, а это же новая машина из обновления GTA Online. Слушай, он уже разбил стекло уже. Он готов меня мочить. Чувак, вот тебе. Иди отсюда. Я тебе все 4 колеса реально прострелю сейчас. Ты у меня будешь сейчас тут наяривать. Наяривать как... Ну где, где мое? Так, пошел ракетам. Нет, мимо. А где мои ракеты? О, пушка готова. У нас 2 круга. Да, у нас кольцевая гоночка. Кольцевая гонка, кстати. И мотики вроде очень хорошо, потому что тут довольно такая местность пересеченная. Слушай, на машине быстро едет. Я пропустил точку. Я пропустил точку и я отстаю. Очень жестко отстаю. Блин, я не хочу отставать. Надо же бы так пропустить точку было и все. Я не хочу так и проигрывать еще. Нет, мы догоним. Мы обязательно догоним. Вот он наш голубчик. Мы догнали его практически. Все-таки, видите, мотик тут пригодился гораздо. О, какие тут дороги-то. Нужно изучать карту, когда запускаешь. Походу, когда вылетел. А куда? А, вон, вниз. Что это было? Давай, F. Все, вперед, поехали. Блин, что это было? Башкой. А сколько тут точек контрольных посмотреть хочу сейчас по-быстрому. Так, давай. В принципе, нужно догнать его. Во, о, хорошим местом. Во, походу финиш, что ли? Нет, не финиш. Я думал, финиш какой-то там значок просто. Молния, вот он наш чувак. Чувак, а что ты, почему пешком? Где твоя машина? Он вылетел с машины, что ли? Я ему сейчас колеса прострелю. Он сейчас дождется у меня. Слушай, они что, бронебойные, что ли? Он реально без колес, что ли, остался? Ха-ха, ты без колес остался, бедный ты мой. Ну я его, слушай, знаешь, я поиздеваюсь над ним. Сперва, чтоб... Слушай, я не знаю, бронебойный, не бронебойный. Да ну нафиг его, нужно вперед проезжать и все. Да умрите, умри, коли машинка эта. Куда едешь? Я прям за тобой реально еду просто и вырвался на позицию какую-то. Короче, мы едем вперед и все. А давай мы тебя заминируем. А, слушай, давай мы тебя С4 заминируем. О-о-о-о-о! Мы его заминировали. По-жесткому. Все. О-о-о, тихо. Я возьму все-таки ракетам. Он вдруг ракета меня будет гасить. Так, кинем мину, наверное. Мину бросим. Еще одну мину кинем. Все, я брелся вперед, а я еще мину кидал. Ну что, где он там? А где он? Почему он отстал-то? Ох, как он отстал-то? Нет, не, мы не будем. Все, я его взорвал. Я еще раз взорвал его. Но это просто жестко. Я на нем... Ох, блин. Из дыма вышел куда-то. Какого черта? Так. Ускорения нет у нас, да? А он догоняет меня, слушай. Он меня догоняет. Стол, блин, столбы этим... Мне нужно где-нибудь еще на повороте бросить. У меня сколько? Есть еще? Да, у меня еще есть одна. Не вижу, правда, сколько у меня еще этих бомб. Там какие-то взрывы, слушай. А я знаю, где кинуть. Где-то тут будут резкие повороты. И как раз там его я
и кину мин. Он рядом со мной. Никакой пощады, будем жестко-жестко. Вот тут как раз нужно было кидать. Нет, вот тут есть еще хорошее место такое. Козырное место. Ну. Тут реально на машине вообще не проехать. Вот на место. Вот тут просто реально он взорвется. Еще и тут можем бросить. И тут бросим. Все, у меня больше нет мин. Мы погнали вперед. Тихо-тихо, деревья. Все-таки веселая трасса. Мне нравится трасса эта. Он подорвался. Но это очевидно, конечно. На машине еще. Это было очевидно. Так, еще разорвал. Все мины собрал. Он так, мазафака. Что такое? Откуда эти сраные мины? Так, кинем еще бомбы-липучек, пару штучек, наверное. Вот по всей трассе бросим и увидим, где он будет ехать. Если... Куда? Мне направо. Мы взяли точку? Да, взял точку. Где он едет? Нет, он далеко еще. Максимум 5 мин у меня. Блин, 5 мин максимум. Слушай, чувак, ну давай едь. Нет, никакой пощады, мы едем вперед, потом взорвем. Он далеко еще, конечно, от моих мин. А мне вниз нужно. Оп, вот тут мотик шикарный. Пригодился бы. Хорошо, что взрываем. Мы взорвали, но ничего не произошло. Хорошо. Он уже, наверное, еще не доехал до мин моих. Так, ускорение. О, какое ускорение, это супер ускорение. Так, бомба, липучки. Газовые. Все, финиш, вот тут газ пустим как раз у финиша. Финиш. Да, весело было с чуваком, правда, блин, побольше народу бы, ребята, конечно. Так, ну что, посмотрим, где он едет. Едет, еще едет, у него есть сколько? 12 секунд, 11 секунд, и все, да. А колеса реально у него пули непробиваемые, я их не смог прострелить. Очень печально. Все, первый финишировал, замечательно. Да, издевался, целый круг я просто издевался сзади него. Так, 6 тысяч дали, хорошо. Так, меня интересует ставка. Ставка. Сыгралась, не сыгралась? Да, да, детка, мы ее выиграли. Нет, ставка не сыгралась, хорошо. Так, наверное, спорткар нужно найти. Мне нужен, какой прикольный телек. Так, давайте в следующей серии спорткары будем. Всем спасибо, до новых встреч и всем пока!